Продолжается подготовка к окружному летнему слету «Звезда». Он пройдет в районе озера Харитоновка с 18 по 24 августа. Его участниками могут стать подростки от 14 до 18 лет. Молодежный слет «Звезда» ежегодно собирает порядка 30 юношей и девушек из Нарьян-Мара и сельских поселений. К участникам слета присоединяются представители патриотических объединений Ненецкого округа. В рамках слета будут проведены мероприятия по физической подготовке, организация военно-тактических игр, проведение интеллектуальных занятий и акция «Экологический десант». Во-первых, организация досуга детей, которая сейчас в летний период, многие, может, не знают, чем заняться. Во-вторых, все-таки и пропаганда здорового образа жизни, и пропаганда патриотического направления, ну и обучение навыкам, которые может пригодятся когда-нибудь в жизни детям, выживание в природных условиях. Жить ребята будут в палатках, питаться приготовленной на костре пищей. Заявки на участие принимаются до 7 августа, включительно в Центре поддержки молодежных инициатив.